Утром 9 мая 2014 года в здании Мариупольского ГУМВД началось совещание, на котором присутствовали руководитель Мариупольского ОВД Валерий Андрущук, начальник ГАИ Мариуполя Виктор Саенко, замкомбата Днепр подполковник Сергей Демиденко и представитель оперативного командования «Юг». Совещание проходило в кабинете начальника Мариупольского ОВД на третьем этаже. Темой заседания было проведение антитеррористической операции в Мариуполе. В это время на проспекте Нахимова проходил митинг в честь Дня Победы. После его завершения часть людей с сепаратистскими настроениями отправилась к зданию ГУМВД. Там они застали начало перестрелки. По сообщению министра МВД Украины Арсена Авакова, около 10 утра группа террористов из 60 человек, вооруженная автоматическим оружием, попыталась атаковать городское отделение милиции. Попытка захвата здания происходила без каких-либо предварительных требований. На помощь мариупольским правоохранителям выдвинулось подкрепление. Личный состав военного оперативного резерва военной части, передвигаясь в две колонны к Мариупольскому горуправлению, попал при подходе к зданию под обстрел со стороны террористов. Старший солдат Богдан Шлемкевич находился с правой стороны улицы. В результате обстрела он получил сквозное ранение брюшной полости. Его эвакуировали в ближайший двор, оказали первую помощь, но он скончался на месте. К этому времени террористы уже заняли два этажа здания ГУМВД. Внутри здания завязался бой. Начальник ГАИ Виктор Саенко выпрыгнул из окна третьего этажа. Во дворе отделения милиции его застрелили. Около 11:30 произошла перестрелка возле кафе «Арбат» на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса. Сторонники террористов ДНР шли предположительно к зданию ГУМВД. Провокаторы подстрекали толпу, утверждая, что Нацгвардия расстреливает мариупольских милиционеров. Люди начали препятствовать работе украинских военных, перекрывать дорогу, по которой ехала военная техника. Среди демонстрантов были люди с оружием и коктейлями Молотова. Вооруженные сепаратисты действовали из-за спин безоружных граждан, и как минимум один из них стрелял в военных. Около 12:15 к зданию ГУМВД прибыла Нацгвардия. Началась перестрелка. Военные из РПГ обстреливали первый и второй этаж, где забаррикадировались террористы. Через некоторое время к ГУМВД подошли участники митинга. С подачи провокаторов они обзывали украинских силовиков фашистами и требовали убраться из города. Они считали, что внутри ГУМВД находятся милиционеры, не согласные с украинской властью. На тот момент правоохранители покинули здание. В 13:00 в городском отделении милиции начался пожар. До конца неизвестно, что именно стало его причиной. Как сообщает Арсен Аваков, под ГУМВД было ликвидировано около 20 террористов. Четверо были взяты в плен. Значительная часть нападавших, бросив оружие, скрылась в жилых кварталах города. В результате трагических событий 9 мая погибло 6 украинских силовиков. Два бойца батальона территориальной обороны Днепропетровщина, Сергей Демиденко и Олег Эйсмант, одними из первых прибыли на улицу Георгиевскую на помощь мариупольским правоохранителям и были убиты террористами под стенами ГУМВД. Во время столкновения с террористами также трагически погиб сотрудник батальона патрульной службы Михаил Ермоленко. Вот уже год здание Мариупольского ГУМВД напоминает горожанам о трагедии. 9 мая для мариупольцев теперь не просто День Победы. До сих пор многие приносят сюда цветы в память о погибших.